Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажа запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим кнопку Home на iPhone 5S. Приступим. Для начала необходимо открутить два нижних винтика. Теперь необходимо отсоединить дисплейный модуль от корпуса. Для этого берем металлическую лопатку и отщелкиваем экран. Отщелкиваем. Отщелкиваем. Отсоединяем кнопку Home. Теперь необходимо открутить металлическую пластину. Она прикручена на четырех винтиках. Откручиваем. Теперь убираем ее в сторону. Отсоединяем шлейфа от печатной платы. Откручиваем один винтик металлической пластины дисплея и два винтика металлической пластины кнопки Home. Убираем в сторону металлическую пластину. Теперь необходимо отсоединить кнопку Home от дисплейного модуля. Она немного приклеена, но легко снимается. Берем новую кнопку Home и устанавливаем ее в дисплейный модуль. Установили. Устанавливаем металлическую пластину. Также прикручиваем два винтика. Прикрутили. И один винтик на металлической пластине дисплейного модуля. Знайте, при замене кнопки Home на iPhone 5S, а если ваша старая кнопка вышла из строя, у вас заработает сама кнопка Home, но Touch ID работать не будет, так как Touch ID остается в вашей старой кнопке Home. Подключаем три шлейфа к печатной плате. Устанавливаем металлическую пластину и прикручиваем ее на 4 винтика. Кнопки Home в 90% случаев выходят из строя от попадания влаги. В 10% случаев от удара. Если у вас не работает кнопка Home, то ее можно заменить, у вас будет работать она. Но если у вас не работает Touch ID, а кнопка Home работает, менять ее бессмысленно. Теперь необходимо подсоединить шлейф кнопки Home. Аккуратно подсоединяем. Защелкиваем дисплейный модуль. Закручиваем два нижних винтика. И все. Мы вам показали, как самостоятельно произвести ремонт. Все необходимые запчасти вы можете приобрести у нас в интернет-магазине. Продаем запчасти по всей России. Либо обращайтесь в наш сервис-центр, где мы устраним любую поломку профессионально. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.